12 декабря президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев принял президента Международной федерации конного спорта принцессу Хайю бинт Аль-Хусейн. Принцесса Хайя бинт Аль-Хусейн передала главе государства приветствие короля Иорданского Хашимитского королевства Абдаллы II и вице-президента и премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов эмира Дубая его высочества шейха Мухаммеда бин Рашида Аль-Мактума. На встрече было отмечено значение проведения в Баку ежегодного заседания Генеральной ассамблеи Международной федерации конного спорта. Выражено удовлетворение вниманием, уделяемым в нашей стране спорту, в том числе развитию конного спорта на государственном уровне. Подчеркнуто значение работы, проводимой в Азербайджане по созданию современной спортивной инфраструктуры. В ходе беседы проведение в Азербайджане первых европейских игр было расценено как результат вклада нашей страны в расширение международного сотрудничества в области спорта. Глава государства поблагодарил за приветствие короля Иорданского Хашимитского королевства и вице-президента и премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов эмира Дубая, просил передать его приветствие королю Иордании и вице-президенту и премьер-министру Объединенных Арабских Эмиратов эмиру Дубая.